случилось? Эй, уходи, ты всем надоела. Меня зовут Вика, и вы попали на канал «Саша сказала». Саша пока ушла отдыхать. Надеюсь, ты уже знаешь, что пальцы в розетку засовывать не надо. Но знаешь ты, что такое электричество и как правильно с ним обращаться? Сейчас я тебе все расскажу. Очень сложно представить сейчас нашу жизнь без электричества. Только представь, без него не было бы света, и телефона, и компьютера, и много другого. Не всегда ли существовало электричество? Люди давно знали о нем, но научились использовать только в 19 веке. Ученые выяснили, что окружающие предметы состоят из элементарных частиц, протонов и электронов. Они имеют электрический заряд. У электрона он отрицательный, а у протона положительный. Электрон и протон притягиваются друг к другу. Их соединяются в атом. Протоны находятся в ядре атома, то есть в самой серединке, а вокруг вращаются электроны. Электричество вырабатывается на электростанциях, а потом его отправляют по линии электропередачи. Для этого строят цепь высочайших опор. На них подвешивают провода, которые находятся под напряжением. Поэтому даже не думай залезать на них. Это опасно для жизни. Тебя может ударить током. Высокое напряжение опасно для жизни. Поэтому, если увидишь такой знак, то не подходи близко. Как я уже говорила, электричество очень важно для нас. Чтобы подружиться с ним и не ругаться, нужно выполнять кое-какие правила. Первое правило – не касайся оголенных проводов. Если, даже если ты видишь, что он поврежден немножко, не нужно его трогать. Второе правило – вынимать электровилку из розетки и следует держать ее за корпус. Ни в коем случае не тяни ее за шнур. Третье правило. Электроприборы нужно чистить только выключенными. Сначала вытащи вилку из розетки, а потом можешь делать, что захочешь. Четвертое правило. Нельзя закручивать кабель в узлы. И тем более не надо трогать приборы, у которых закручен провод. Нельзя трогать мокрыми руками приборы. И последнее, шестое правило. Если ты видишь блестящий провод, то не подходи к нему ближе, чем на 8 метров. Ученые потратили много сил на то, чтобы ты сейчас пользовался электричеством. Давай тогда бережно относиться к электричеству. И не будем забывать о правилах безопасности. А теперь подписывайся, ставь лайки и не забудь про колокольчик. А еще напиши в комментариях, кто лучше, я или Саша.